Всем привет! Вы на канале Tasty Food. Я сегодня хочу вам предложить невероятно вкусную картошечку. Это картошка по-царски из доступных продуктов. Вот что мне понадобится для этого рецепта. Для этого рецепта мне понадобится картошка, творог, зелень петрушки и укропа. Конечно же, буду добавлять специи, паприку, черный молотый перец, соль. Также я буду использовать куриные яйца, молоко и немного подсолнечного масла. Приступаю. Картошку нужно отварить практически до готовности. После того, как картошка закипит, нужно ее посолить. Примерно пол чайной ложки соли. Картошка закипела, не забудьте картошку посолить. Прикрываю крышкой и варю дальше. Форму для запекания нужно смазать подсолнечным маслом. И по бокам тоже. Картошка сварилась, теперь половину картошки выкладываю в форму. Изюминка этого рецепта является творог. Поверьте, этот рецепт у вас будут выпрашивать. Теперь выложил картошку в один слой и засыпаю творогом. Творог покупайте, желательно 5 либо 9%. И выравниваю по форме. И сверху выкладываю вторую половину картошки. Теперь готовлю заливку. Куриные яйца, молоко и специи. Соль, черный перец и паприка. И все нужно хорошо взбить венчиком. Затем картофель с творогом заливаю этой вкусной заливкой. Отправляю в разогретую духовку до 180 градусов до готовности. Петрушку с укропом нужно накрошить, но не очень мелко. Картошка провела в духовке 40 минут, она полностью готова. Картошку перед подачей нужно обязательно посыпать зеленью. Пришло время попробовать эту божественную вкуснятину. Отличная получилась картошечка, особенно если будете подавать его с овощным салатом. Творог придал свою изюминку, а то, что она тушилась в молоке, придало очень вкусный сливочный вкус. Обязательно это приготовьте и напишите мне комментарий. А всем, кому понравится этот рецепт, конечно же, ставьте лайк. Не забудьте подписаться на мой канал. Пока!